Ох, какие яблочки поспевают у нас. Вкусненькие будут. Прямо сыпано все яблоками. А здесь у нас варенье будет готовиться. В проточной воде. Ну, пожалуйста. Нужно постоянно, чтобы водичка 10 или 14 дней под водой. Вот так орехи очищаешь. Потом эти орешки через 14 дней вымачиваем в извести. Вот. Потом вымачиваем в квасцах. Куда ты, дурында? Ну, обязательно нужно попить здесь, да? Вот. В квасцах. Потом добавляем гвоздику, сахар, лимонную кислоту, кардамон. В общем, короче, я расскажу весь рецепт. И обалденное, вкусное будет варенье из грецких орехов. Это просто бомба. Армянский, азербайджанский, вот это грузинский рецепт. Просто сказка.